Дезинфекция производится один раз в день в течение дня. Дезинфекция производится препаратами Максидез 100 грамм Максидеза на 10 литров, либо Септолет ДЦ 1 таблетка на 10 литров воды. Начиная от дверей входных ручек и продолжая внутри подъезда, дезинфекция лифта, лифтовых кнопок, кабин, поручни внутри подъезда на лестничной клетке и дезинфекция пола. Сотрудники обеспечены комбинезоном защитным, резиновыми перчатками и маской для дыхания. Детские площадки обрабатываются с 7 утра до 10 утра, а контейнерные площадки обрабатываются с 10 утра до 6 вечера.